Давай, Бобби, выходим. Бам! Да, как все-таки круто быть суперменом. Это вам не бабуля. Привет-привет, друзья! Вы на канале Мультипульти, всем вкусняшек и мороженых. И сегодня по просьбе своих подписчиков я передаю привет одному из них, а в частности Грише Юве. Огромный, горячий привет от канала Мультипульти! Итак, мы начинаем. Сегодня, ребята, мы будем воровать, грабить с помощью специальных костюмов. Итак, наш Робери Боб в костюме кролика. Вот эти звуки, он издает, этот костюм. Конечно, ужас. Просто кошмар какой-то. Но ничего не сделать. Такой костюм. Так, эта тетечка ходит. Захожу, но ничего у нашего Бобика в запасе. Еще 5 костюмов. Отлично, забрали здесь все. Так, иди, давай. Опа, мы сюда. И на выход, есть. Молодец, Боб, молодец. Идем дальше, ребята. Теперь у нас вот такой вот крутяцкий костюм. Так, спокойно, сейчас. Так. Стой, ждем. Ух ты, какой громила здоровый. Сейчас мы подождем его, ладно. Пошел. Так, идем за ним. След идем, ребята. Тихо, опа. Так. Сразу, опа, там еще целых 3 охранника. Ну ладно. Так, этот не пошел, классно. Так, там часы меня ждут и золото. Они только меня и ждут. Ребята, если хотите, чтобы я передал кому-то из вас привет, напишите в комментариях. А также напишите, нравится ли вам игра Робери Боб, Воришка Боб. И поставьте палец вверх под этим видео. Есть! Крутяк, это было легко для нашего Бобика. Идем дальше, ребята. Опять эта тетечка, обходим ее. Она опять задремала. Так, опять этот шустрый мужичок. Быстрее. Есть, успел. Ой, давай. Молодец, Бобик. Давай. Так, спокойно. Тихо, опа. Так, и бабулька, и мужичок. Давай, вперед, ну. Давай, побежали. Молодец. Ой, какой тут шустрый. Просто сушустрила. Ну, на выход. Есть. Круто, молодец. Да, вот это он разошелся. Видно, эти костюмы придают ему уверенности, ребята. Ого! Какой громила, быстрее! Так, молодец, Бобик. Такой громила, бабуля там стоит. Так, иду, ключик забрал. Так, спокойно, тихо, все забрали, выходим. Заходим сюда, закрываем. Опа. Так, тихо. Тихо, так, давай, Бобик, молодец. Так, пошел, есть. Все, золото забрали и на выход. Классно. Отлично справляется наш воришка. Так, ребята, забегаем. Так, бабуля. Спокойно. Ты смотри, она уже злая. Кто-то бабулю разозлил. Смотрите, она уже со скалкой бегает. Так, все, тут почищаем. Как мне нравится этот костюмчик. 100 раз лучше, чем костюмчик зайца. И на выход, Бобик. Молодец. Есть. Работа выполнена на отлично. Круто, идем, спокойно, так, забираем, ждем, пошел, быстрее, идем, сейчас вот этот, еще один этот тухлик, этот шустрик, ух, он мне не нравится, ой, ребята, вы видели, чуть не попался, так, есть, ну, бабуля, как всегда, сонная,
Еще чуть-чуть. Есть! Так, ребят, сколько? 5400. Это круто. Заходим. Так, полицейский. Тихо-тихо. Есть. Забрали часики. Как раз у меня часиков не было. Идем сюда. Так, песик, тихо, дорогой, тихо. Хороший песик. Спокойно, сидеть, косточку уже получил уже. Так, опа, есть. Крутяк. И на выход. Бобик, давай, есть. Класс. Работаем быстро и оперативно. Ребята, теперь смотрите. Я просто в шоке! Да, я Супермен! Настоящий Супер... Так и хочется сказать, черный плащ, но плащ-то у меня... Помните, как в мультике «Утиные истории» там был черный плащ? Летит на крыльях ночь, а теперь у меня Супермен с красным плащом! Так, спокойно, Бобик, молодец! Забрали все. Набрали, идем. Ух ты, вот это мне нравится. Скоростушка у него обалденная. Так, Громила пошел. Пошел. Давай, Бобик, ну. И на выход, друг. Есть. Крутяк, ребята, поставьте палец вверх, если вам нравится последний костюм Робари Боба, это Супермена. Так, полицейский, тихо. Тихо. Ключик забрал, ребят. Я забрал ключ. Опа. Идем сюда. Чекпоинт открываем. Так, тихо. Идем дальше. Забираем тут все. Там золото нужно забрать. Сейчас надо забрать золото, пока этот не очухался. Тихо. Бабулька. А нет, это же женщина вот эта. Так, спокойно. Тихо. Тут камин. Пусть она обойдет. Она меня не заметит. И я как шмыгну. Тихо. Спокойно. Сейчас нам же золото надо забрать. Ой, не туда. Так, тихо. Опа. Сейчас, ребятушки, сейчас еще чуть-чуть. Все, заходим. Есть. Фух. Вот это Бобик, вот это дает. И сейчас на выход, прямо вперед. Давай, есть. Работа выполнена прекрасно. Боб показывает себя с наилучшей стороны. Но мы продолжаем, ребятушки. Смотрю, наш Боб разошелся. Ему очень нравится быть супергероем. Ого! Так, тихо. Так, все понятно. Сейчас. Заходим, ключи забрали. Там какой-то хлам валяется. Так, дверь открыта, он увидел. Это нам и надо. Тут все тоже почистили. Так, женщина. Так, USB Memory Card Stick. Тихо, смотри, охранник стоит. Все тут охраняет, ты смотри. Ладно, ждем. Тихо, теперь спокойно. Открыли, увидел. Давай, друг. Да что ж ты такой невнимательный? Я у тебя под носом. Опля, есть. Вы видели, ребята, как я сработал круто? Теперь спокойно. Сейчас эта тетечка, эта тетюлечка. Сейчас она, теперь иду. Спокойно, тихо, идем. Есть, как он применил свои суперспособности. Давай, Бобик, есть! Отлично, ограбление было совершено круто, и на выход! Сколько мы сейчас там заработали? Great job! Отличная работа! Сколько? 5100! Ну, тоже неплохо, ребятушки! Так, идем спокойно. Так, и опять эта тетя. Где там золото? Все дальше. Так, один охранник, потом там Шустрик стоит. Сюда, вот опять это мужичок или тетя, непонятно. Забрали ключи, так. Забрали. Сейчас, этот пока круги тут наворачивает, мы должны выйти, так. Сюда заходим.
Вот оно наше золото! Собачку не будем. Тихо, тихо, тихо. Опа, да-да, есть! Она даже не успела очухаться, наша собачка. Класс. Продолжаем, ребята. Продолжаем делать наши грязные дела. Так, здесь все очистили ровно за полсекунды. Классно. Тут тоже в ванной комнате пошестрим. Теперь заходим сюда. Да-да-да, дорогой, тихо. Спокойно, спокойно. Идем. Так, тетечка, тут золото. Ого, сколько золота в этой комнате, ребята. Забрали? Так, я все забрал. Сейчас, так. Тихо, как она ходит. Ух ты какая. Быстрее. Тихо. Ну, есть, о, есть. Еще сюда в уголок. И на выход. Есть, классно. Это было круто. Ух ты, как они тетечку поставили. Вы видели, ребята, опасно. Так, я перемещаюсь вот сюда. Забираю здесь все в этом складском помещении. Ух ты, ну супергерой, просто Робори-Боб супергерой. Забрали ключи и мобильный телефончик. Что тут, ага, громила стоит, ребята, громила. А мы вот сюда. Так, ух ты, она золото носит, получи. Забрали все наше золото, оно же наше. И на выход, Бобик. Есть, класс. Сколько сейчас? А ну-ка, какая будет наша нажива? 500, ребята. А теперь мы будем крутыми джентльменами. У него пиджак, костюм тройка с отливом, кепочка. Вот это я понимаю, Робори-Боб разошелся. Тихо. Хороший песик. Молодец. Тихо. Успокоились, здесь все свои. Так. Тише. Вот разгакался. Так. Опа, давай. Есть, классно, ну наконец-то. Забрали здесь все. Еще один, так, ключик. Сейчас, спокойно. Так, ну еще. Опа, все, забрали, класс. Так, вот этот охранник, ух ты, какой громила. Ну, молодец, прямо из кармана вытащил, крутяк. Давай, Бобик, все, почти все сделано, тут теперь только на выход. Сейчас, ребятушки. Ну, давай, есть. Класс. Работа выполнена просто профессионально, ребят. Так, 4600. Опять он переоделся. Вот он, мастер переодевания, ребята. Вам нравится? Я просто в шоке от нашего Бобика. Так, ладно. Там громила, там второй, третий. Этот быстряк ходил слева, ладно. Ладно. Так, почищаем все. Газеты все вчерашние забрали. Из пейпа. Давай. Да что ты там думаешь? Быстрее ускоряйся. Вот. Заходим сюда. Так, смотрите, это тут на пробежке. Нашел, где заниматься спортом на работе. Ты представляете, ребята? Ужас. Есть. Так. Эх. Спортсмены, не следите вы за тем, надо охранять, они тут спортом занимаются. Ну ладно. Вы занимайтесь, а я тоже буду заниматься своим делом. Так, турнички, полез. Так, и я за вами чуть-чуть. Сейчас, и на выход. Так, сюда. Ребята! Вы были на канале Мультипульти. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое. Всем пока. Вас ждет продолжение Бобика. Ну,
на выход. Есть! Крутяк! Всем пока, ребята! Всем пока!